Мы эволюционно заточены на то, чтобы потреблять пищу. Наши ближайшие приматы, ну, ближайшие родственники, всякие там шимпанзе, гориллы там, и так далее, сутками напролет жуют низкокалорийную растительность. Мы в одной конфете можем их час работы, так сказать, быстро нагнать. Эволюция заставляет нас, видя калории, есть их. Вот, потому что она не знает, что калорий – неограниченное количество, которое приводит к ожирению. И единственный способ с этим бороться – это влиять на мозг, но не на состав пищи, потому что вы любой пищей можете догнаться до любого состояния. Да, вот, потому что если вы едите больше калорий, чем вы тратите, то вы будете толстеть. И, в общем, с этим ничего не поделать.